Ролик создан специально для сообщества поклонников Fallout ВКонтакте. Ссылка в описании. Проходите и подписывайтесь. Приятного просмотра. Всем доброго времени суток, с вами Александр Кадрашов, и мы продолжаем проходить Fallout 3. Вот, мы пришли в город Мегатон в прошлой серии, ну там птички летают. Конечно, тоже с точки зрения логики, это идиотская затея, вокруг не разорвавшейся бомбы город построить, но насрать. А вот, мы познакомились с шикарной женщиной по имени Мойра Браун. Так, у нас может быть закрыто, я не помню, где-то здесь упс, еще один есть. Я, наверное, уже могу взломать, но не буду. И сейчас только мы сходим, правда, не... А хотя, что я сюда-то выхожу? Мы сходим... Господи, где тут у нас инфо? Карта мира. Мы сходим в школу Спрингвейла. То есть у нас, по идее, вот сюда в супермаркет, но мы сначала сходим в школу Спрингвейла, мне надо там еще тоже прокачаться, прочее. Ну, не сразу будем понять. А вот. А в школе Спрингвейла можно и опыт набрать, и подлутаться хорошенько, поэтому... Все? Мы еще пошли. Тэн-тэн. Тэн-тэн-тэн-тэн. Здесь, конечно, дохера рейдеров, и... Вообще обстановочка такая недобрая. Рейдерская жопа. Успокойся, давай. Чё? Стоп-э. Ёлы-пал, я броню-то не надел. Вот, я уже продал одну броню, а другую не надел. В одних трусах бегаю, конечно. Сейчас я замочу эту тварь. Давай, порви меня. Порвёт на меня. Какая тварь такая. Да сдохнешь ты сегодня. Чё какая-то слабенькая, мать. Отлично. Что интересно, как со стороны выгляжу. Йоу, как дебил, серьезно, надо что. Так, сейчас два костюма. О, другое дело. Так, патрон. Хотя нет, пока я говорю, собираем все, потому что крышки какое. Так. Броня. Так, а насколько она? Можно починить. Это хорошо. Это у нас 12, а это 8. Не, ребята, это не катит. Так, 10-миллиметровый мой. Его нельзя починить, он почти целый. Так, урон 3, урон 5. Ну, понятно, все. Вопросов нет. Ну, прям сначала справа сходим. Отлично, крышечку забираем. Патрон пистолет сахарной бомбы. Берем все, опять же, пока что. Это крыс. Так, ну мутафрук. Так. Вот, вот это жратва 200-летняя. И нормально все. Так, ну, какую-то всякую хрень не будем собирать. Хотя был у меня, допустим, я... О, стимуляторы. Я ходил локации и вычищал вообще все из них. Абсолютно не стало. Печка, запальник. Слушай, весь приличный, но и так, МЦР-1. Пиво. Бухло, все вот это прочее, это будем все собирать, потому что за него можно деньги выручать, естественно.
Отлично. А, это я уже попал в центральную, не повезли. А ты где? Давай, выходи, подеремся, чего нет. Иди. Ходи, потеремся, выходи, потеремся, а сам... Так, помощь, что можем сажать? Давай сожрем, пока у нас нету. Будем стимуляторами лечиться. Scared? Just like a little bitch. Напуган, как мелкая сучка. Как там было? А, вы наверху, что ли? Не, ребят, подождите. Hearing those damn noises again. Спать, когда рядом враги, нельзя, но это понятно. Никого нет, человек, как показалось. Если плохо звук, он, то есть если он сверху, чувак на этаже, а он рядом, звук как будто он прям тут сидит. Так, пусто. Пусто, что ж такое, у вас вообще ничего нет здесь, ребят. Окей, cut the shit. Who is that? Это этот, как его зовут, господи. Барабашка. Ну да, он поверху бегает за мной. Собачки тут бегают. Где-то тяжко дышит. Здесь еще нет такого количества сбора всяких предметов, как там в том же четвертом. Здесь большая часть тех предметов, которые в четвертом можно собирать, здесь нельзя. Так, пульверизатор. Ага. Продаем все это, естественно. Scared? Just like a little bitch. Ну да, и разнообразия фраз такого жуткого нет. Who's out there? Ну да, если наверху. Окей, опа. Сюда это грязная вода. Come out, fight. Who's out there? Кола. Совсем уж дрянь откровенная брать не буду. А, все, это я еще... Есть еще в камере? Так, банки, кости. Напоминаю, что это школа. Медицинский резиновый жгут. Ага. Пропустил аптечку. Стимулятор. А патроны стимулятора ничего не весит. Так, окей, ладно, здесь вот внизу я, получается, обошел, да, сейчас на секундочку режу еще. Вроде обошел все. Получается, так. На улицу. Крышечка тоже хорошо. Так, вам пошли наверх. А, подождите, у них была патроны к дробовику, самого дробовика у них не было. А, я внизу наоборот. Так, подождите, это на улицу. Не-не-не, там еще был наверх. Я что-то путал. А, вот. На улице, считай, другая локация, и не могут там меня отсюда падать. Тихо. Не бери. Конечно, чувак, именно из нас двоих больной на голову здесь я. Патрон, так, и вольер. Стоп, а? Погоди ты, господи. Так, револьвер опять же. Вот так здесь убивает, просто раз и мозги на стенку, и все на. Ай-яй-яй.
Ну-ка, стоять, собаки, не надо на меня лезть. Ты видишь, что моя одет? У меня серьезная броня. Ты куда за стену-то ушел, слышишь? Нечестно за стену уходить. Так, кидану китайские скучат библиотеки. Хорошо. Бокс, не знаю, зачем беру. Блин, да я воду хотел взять. Что-то взял так, пинтаты. Наркота, патроны, химия, патроны. Ничего не весит. Так, что у нас бафаут. Сифа. Всякую наркоту я пользовать, опять же, тоже не буду, но. Ну, кроме того, может, каких-то бафаутов, это вот такого плана. То есть там психо. Не, пожди, как там. Винт, вот, винт не буду пользовать. Воу, чувак, вы зависаете, ребят, не буду вам мешать. Но ее можно продавать и наживаться на этом, собственно, поэтому. Так, что там у нас какая-то голая запись была. Так, заметки. Журнал Р. А. Напоролись в туннеле на проклятый муравейник. Пока мы пытались завалить путь, ублюдки сожрали 7 лучших землекопов. Нужно найти способ отравить муравьев, тогда мы сможем копать туннель дальше и прорвемся в убежище. Думаю, если мы туда не попадем в ближайшее время, я кончу как Боб, а только меня схлопнет уже не шериф, а мои собственные люди. А, про Point Lookout. Привет из Point Lookout, земель, славящихся теплыми пляжами и обширными болотами. Тобр-паромщик привел герцогиню Гамбит, лучшее судно восточного побережья. Он привез изголодавшимся жителям страничной пустоши чудесные плоды панги. Попробуйте, ничто так не восстанавливает силы, как это вкуснейшая и полезнейшая добавка к вашему ежедневному рациону. А теперь вы можете купить плоды панги как в магазине у вашего дома, так и прямо на герцогине Гамбит, стоящей на причале к югу от цитадели. Специальный приз! Эй, искатели приключений, мечтаете о сокровищах, запрятанных в Point Lookout? Поговорите с Тобром и получите билет в эту страну тайн и загадок. Ну и пароль к терминалу смотрителя Амата. Ну это, по-моему, если не ошибаюсь, это бомба. А, нет, дневники. А, дневник по паспорту пользователь Suck Me, ха-ха-ха. Отсосите, ха-ха-ха. А, напоролись в туннеле на проклятый муравейник. Пока мы пытались завалить путь, ублюдки сожрали 7 лучших землекопов. Нужно найти способ отравить муравьев, тогда мы сможем копать туннель дальше, прорвемся в убежище. Так это же я только что прочитал в виде отдельной записки, вы чё? А, некоторым из моих мерзавцев надоело копать туннель, и они начали использовать мины, чтобы попасть в естественные пустоты. Неплохая идея, правда, взрывы чуть не разрушили здание. И у нас получилась пара дополнительных окон в торце. Думаю, пора мальчикам заняться странствующими торговцами и потрясти их на предмет взрывчатки. Нужно учесть, взрывать надо не слишком часто, иначе грохот привлечет внимание говнюков из мегатонны. Боппа умер. Как Боппа умер как собака. Его идея засесть здесь была неплохой. Мы прекрасно устроились, гряба караваны на пути в мегатонну. Но он был настолько глуп, что попробовал совершить набег на сам город. Чудак заслужил пулю, которую Симс всадил ему в башку. Так или иначе, тут есть и другая завлекаловка. Чёртово убежище, в которое мы пытаемся проникнуть. Это вам не тот задрипанный городишко. Если мы сможем туда пробраться, то обеспечим себя на всю жизнь. Ну это такое про наше убежище, смотрите. Пытаюсь к нему прокопаться. Патрон с картечью опять. Когда уж дробыш-то будет, то патрон с картечью, где дробыш? Значит, врагов здесь не осталось, раздали поспать. Так, здесь что-то у нас есть еще? Или я уже здесь все обсмотрел? А, тут я обсмотрел. Ну, пошли тогда дальше.
Значит, у нас есть ключ от библиотеки, у нас есть ключ от подвала, это хорошо. Все. Ну что ж так спина чешется, кошмар. Ну пошли на нижний уровень, ладно. А, там еще с улицы, по-моему, да? А, вот тут у нас больнички, а? Воу-воу-воу! Это другой вход, короче, я думаю. Посмотрите, маленький мальчик играет в крутого парня. Это ты про себя, что ли, дебил? Пока что оружие не очень хорошо. Хорош башкой-то об трубы биться. I'm gonna tear you up. Тихо. Уверен, у тебя получится. Давай, чувак. Успокойся. И пачка сигарет. Отлично. Не буду я их бронку собирать, уж больно много все это таскать с собой. Во! Подвал. А, это они здесь копали. Так, сейчас, ладно. И с местами жути так нагоняют весьма хорошо. Опачки. Так, винт, психо. Металлолом. А хотя вантус, да, тоже заберем. Металлолом, не забываем, он нам нужен. Мы можем старикану металлолом за бабки сдавать. Ну или если просто так ему отдавать этот металлолом, то... Ну давай! Ну, откройте. Угу. Все, дам тебе... Ну, куда тебе попасть-то? Хороший пистолетик мне Амата дала, прям выручает. Парень, тебя надо убить, чтобы я мог прокачать. Так, что нам нужна? Нам нужна взрывчатка меньше 25, по-моему, но я сделаю 30. Так, красноречие давай, да. 40. И ремонт. Надо еще вкачать вот так. Так, давайте, короче говоря, жену-убийцы еще вкачаем. Это, короче говоря, новые диалоги с женщинами. Больше урона против женщин и так далее. Пригодится, а то. Там потом еще, по-моему, есть вечное дитя, если я ничего не путаю. Так, 56. Оно, в принципе, даже я таскаю обычно кучу патронов тех, которых не пользую. Просто потому, что, ну, как бы, они ничего не весят, поэтому металлолом. Хотя, ладно, давай сенсорный модуль. Сколько они весят? 2. Отлично. Так, что тут у нас есть? Рад X. Грязная вода. Рад X. Рад X, опять же, если мало ли кто не знает, он сопротивление радиации повышает. Ну, как бы, логично по названию, да? Так, все забираем. Будем продавать, наживаться. Нам пока нужно практически все, потому что... Почему-то я не взял игрушечную машинку. Не знаю почему. Да и пустой же, ёлки-палки. Так. Иногда бывают такие затупы. Так, здесь я был, а? Да, вроде нет. Скотч виски.
Вторичная пустошь. Насмотришься четвертого Fallout, здесь торчит эти ядерные блоки у них там. Ага, все, понял. Сделал круг. А, и все время кажется, что типа надо обязательно вытащить, а то, что пропадет хороший предмет. Этого нет части. Реально такие жуткие какие-то пузы, это фу. Отлично. Вац прям выручает сейчас. Ой-ой-ой. Хорошо, это обычные муравьи, они огненные пока что. И мясо. А, значит, мы уже придем, сможем в мегатоне починить бомбочку. У нас будет дом. И будем... Так. Куда? Значит, тр-тр-тр-тр-тр. Выход и налево пошли. Чтобы потом не запутаться, где были, где не были. Пошли налево. Это она пока вроде есть. Это вот приближение все на правой кнопке. Угу. Причем зверски доставляет этот звук, когда получаешь опыт. Кассового аппарата. Так, это оттуда они лезут. Что, не пролезу, правильно? Я не пролезу. Стелсить мы пока что не будем. Возможно, даже это подожди. Ой! А, во, вкусно. Так, у меня есть что-нибудь такое? Взрывчатое. Так, смотри, как мы можем пистолет... Нет, нельзя мы пистолет... Да как... Так, давай тогда мы вот эти починим. Так, и китайский пистолет. Угу. Так, револьвер, снайперская винтовка. Ну да. Печально. Ладно. Так, ну-ка. Не-не. Так, он в бешенстве, он, по идее, должен своих начать кусать. Вот, отлично. Работает. Короче, когда ему стреляешь по усам, он начинает своими же драться. Сейчас один останется, одному шутим задолго. Вообще действенная тема. Вовремя про это дело вспомнил. Здесь изначально был. Да вы здесь откуда? Так, скажи. Стопа. Нет, чувак, ты меня не понял. Усики. Во! Давай, ставьте. Деритесь на потеху публики. То есть мне. Ну да, в результате, в общем-то, получилось, что я в обоих стрелял, поэтому... Отлично. Так, еще раз смотрим, что у нас здесь. Здесь у нас стимулятор, винт, моя винтовка с патронами. Еще стимулятор. Угу. Устав. Так, ну-ка, мать. Ага, спасибо. Боевой устав китайского спецназа, по-моему. Так, очищенная вода, грязный винт. Так, давайте посмотрим, помощь, что у нас. Да, боевой устав китайского спецназа. Скрытность увеличена на 1. В данном случае не очень, конечно. Так, муравьиное мясо. Ну. Я просто не помню, когда, но, короче, по-моему, как раз за задание в супермаркете Мойра подарит очень хорошую штуку, благодаря которой можем жрать вообще все, что угодно. Ребята, можно к вам? Так, что-то попробовать маловато. Я помню, что был у этого пистолета 2, а у этого 5. А у револьвера 3. Мало патронов. Тоже не очень. Что у винтовки сколько? Пока револьвер возьмешь.
Надо сохраняться почаще. Так, это мы пошли налево. Типа, наверное, мы пойдем направо и выйдем туда. В принципе, все логично. Странно, наверное, 5-зарядные, не 6-зарядные, 5. Где-то значит, еще что-то можно было сделать. Возможно, вернемся к этому потом. Так, это у нас где-то на пустошь было это, да? Так, это подвал, хорошо. А где у нас была библиотека? Ключ от библиотеки. Сейчас посмотрим, куда мы выйдем. Револьверчик действует. Ну, в принципе, ничего такого. Тихо. Ну да, в принципе, куда не хотел бы. Так. Выбил. Выбить ему пистолет не получилось. Ой, что-то я полез как-то вообще нехорошо. Сейчас останавливаются немножко очки действия. Уху, вот это вообще красота. Эх, промазал я по тебе. Фух. Так, давай смотреть. Не могу починить. Могу починить. И между тем, кстати говоря, почти закончилось свободное место. Ну это ладно, это сейчас... Ядерколу надо брать обязательно. Так, ну как бы просто, если бы я вот обошел вокруг, я мог бы зайти здесь. Я возьму. Годится что-то. Приготовим потом оружие, скрафтим ближнего боя. Чисто чтобы так. А может продам? Не, продам, наверное, не буду. Мы в этом оружие ближнего. Ты че взорвался-то, Иди в жопу, я знаю, как лечиться людей. Так. Да что происходит? Это что, он с гранатомет уже какой-то сидит? А в самом начале игры это было вообще нехорошо. Слышь! А, гранат что кидает? А, это тот недобиток! Пидорас! Ну да, гранатами кидался, вот сука. Он убил? Блин, зачем я взял? Сразу бы я его убил, мне бы все гранаты достались. Я так несколько штук потратил. Ну ладно. Ничего нет? Ничего нет. А, да, я их успел посмотреть, прежде чем он на меня накинулся. Так, еще наверху можно было сходить. А что же за ключ от библиотеки-то был? Куда же он вел? Этого я вобрал. Так, ну-ка. Просто раз позволяют ждать, значит врагов уже нет. Так, там он бабища, как это. Оп.
только голова, я думал, она улетит туда, она сюда улетела. Так, нож, патрон, револьвер. Эйркола. 10 аж весит, так что полный кастет. 214 получается, да? Уже перегруз. Так, вот начинается веселье. Окей. Еще два перевеса, да? Я ничего не могу ни с чем, а? Вообще не могу, да? Отлично. Так, давайте посмотрим, мало ли, может, что еще в самой школе не взял. В принципе, ей все. Нет, там где-то должна уже быть еще, это... Библиотека. Нет, здесь трубцы уже валяются, все. А может, я уже его использовал, потому что я использовал ключ от чего-то там другого. Да. Ну вот, в принципе, сходили, прокачались сюда, и все. Это кусок силовой брони, между прочим. Более похоже на плечи. Так, не ходить. Хотя она, в принципе, близко, но я ленивый, поэтому... А карта мира. Мегатонно. Сейчас мы туда придем. Ух, сдадим задание. Ой, не сдадим задание. Мы его не выполнили, еще ж его сдавать. Бля, почему я туда был? А, у меня основной квест туда, да. У меня основной этот квест там висит до сих пор. Поэтому мне туда метка. Сюжетный, короче говоря. Ну, пока не выбрать. Выполнять смысл. Were you just kidding about disarming that thing? Не, вот я как раз иду. He is coming with the clouds. And every eye shall be blood. Так, бомба на первый взгляд безобидна, но внимательный осмотр показывает, что она вполне способна взорваться, а следовательно, очень опасна. При наличии соответствующего снаряжения вызвать ее детонацию было бы элементарно. Но чтобы обезвредить бомбу, требуется очень опытный сапер. Попытаться обезвредить бомбу. Поздравляем, вы успешно обезвредили бомбу. Знаете, ее можно и подорвать, но это мы как-нибудь потом сделаем. Сделаем, но потом, наверное, позже. Пока, напоминаю, мы хорошего чувака отыгрываем. I'll be damned. You did it, didn't you? You disarmed that thing. Here's your reward. Hell, why don't you move in? Could use someone like you. Got an empty place here you can use. Here's the key indeed. It ain't much to look at, but talk to Moira. She's got random odds and ends you might be able to spruce the place up with. Так, все, мне пора идти. Так, давайте почитаем, что там у нас. Заметка. Свидетельство о собственности на дом в Мегатонне. Настоящий документ предоставляет право владения и распоряжения домом в Мегатонне. Тип – стандартный дом в Мегатонне. Местоположение – верхний уровень Мегатонны, золотунным фонарем и немного выше. Приложение приложены бытовые удобства. Один мистер-помощник, робот-дворецкий. Возможные дополнительные бытовые удобства могут быть приобретены у Мойры в магазине на кратере, пока она остается жительницей Мегатонны. Собираем. Это хороший. Вот сейчас чуть выйдем. Allow me to introduce myself. I am Wadsworth, your personal robotic butler. I am here to look after your needs and to keep you happy and entertained. What can I do for you? Так, расскажи анекдот. А, do you know the best contraceptive for old people is nudity? Красавец. Все, мне пора идти. Так, во-первых, у нас есть купец один. О. О. Так, шкаф. Что мы можем скинуть в шкаф? Не, мы не будем сейчас ничего скидывать в шкаф, мы все пойдем там на продаем всего.
Так, надо что-нибудь... Снаряга. Что-нибудь по здоровью. О! Мы сейчас быстренько просто выпьем... наши колы. И пойдем к Мойре. Но к Мойре мы пойдем, чтобы... просто покупаться. А, нет, сначала нам надо этому чуваку отдать. Так, сейчас еще один момент проверю. Статистика. Навыки. Наука 36. Нам не хватит. Ну, блин, теперь его здесь нет. Всегда жди. А, я его. Здорово. Yeah. Хочешь купить металлолом? Забирай, что есть. Well, alright. Well, I really hope you're not thinking of breaking into there. Ничего не собираюсь сейчас взламывать, не боюсь. Так, опять. А, хотя мы когда выходим, все автоматически сохраняется. Пойдем поторгуем. So, how's the scavving been? Got the food and medicine from that super-duper mart? Пока что нет. Все пока руки не доходят. Oh. Well, could you get on that? Thanks. Да ладно, ты, что ты. Так, мне сказали, здесь я могу купить новую мебель для дома. Good to see that old house finally found an owner. I have all sorts of items and themes for that place that may interest you. Так, расскажи, чем полезны эти вещи. Of course I can. Which one in particular interests you? Расскажи о мини-больничке. If you're wounded, or you've hurt one of your limbs badly, this setup will allow you to heal it up as good as any other wasteland doctor. Не знаю, просто вода на вид в банке печеная. Сижу, пью. Расскажи мне о музыкальном автомате. If you feel like filling your place with a whole bunch of music, switch this beautiful pre-war antique on. Расскажи мне о мини-лаборатории. This setup is great for experimenting and coming up with all sorts of useful concoctions. It can also be used to get rid of any horrible addictions you may have from tasting your results. Расскажи об автомате с ядерколой. One push of a button and you can get your hands on an ice cold Nuka-Cola. Так, ну, Nuka-Cola вообще, да. Расскажи о верстаке. If you feel like tinkering and want to build some custom gizmos, this setup will help you do it. Так, ладно, хватит еще. Sounds good. Так, интерьеры, ладно. Давай о чем-нибудь другом поговорим. Okay. Посмотрим, что есть на продажу. О, у него крышечек стал побольше. Это хорошо. Так, забираю вот эту бейсбольную биту, выкидной нож и... Суромов 2 идет в жопу. Нож. Так, дубинка. Револьвер, тоже забирай, нахер мне нужен шиповный кастет. Штурмовую винтовочку я пока оставлю. Потом... О, вот ее надо бы сейчас дома красы выложить. Она пока в плохом состоянии, поэтому мы ее снайперскую винтовку, штурмовую, вот эти две надо выложить. А то они только вес занимают. Так, броня рейдеров садистов, маска шипастая броня рейдеров, забирай. Далее, что у нас тут, винт. Винт забирай, грязную воду забирай. Пакет крови, я не знаю, чем нужно очки здоровья, один прибавляет, так что она забирает. Так, перченые яйца. Пиво. Вот это интеллект минус один. Идет нахер. Маратель, сахарный бомб, скотч, виски забирай. Стелс бой, стимулятор. Отлично. Так. Забирай бензобак. Тарелка, бутылка, пантус, вилка, запальник, ремень, ланчбокс. Контрольная книга, штаг, книг. Зато, пылесос. Ой, у меня осталось 70 крышек. Ладно, сейчас мы что-нибудь придумаем. Резиновый жгут, шутопейс, сенсорный модуль. Так, у нее... Ага. Теперь я смотрю, что у тебя могу взять. Нет, ничего интересного. Костюмы, опять же, ну, антирадиационные. Я, блин, не знаю, что-то как-то... Пока не знаю. Она, по-моему, мне отвалит улучшенный антирадиационный костюм за что-то там. Так, поэтому... Ах ты хорош, у тебя нету, да?
вообще. Ну вот, допустим, дом. А мини-больничка. Сколько это я еще до хера должен был. Так, музыкальный танк, карандаш, кофейник, листа, дух, манно, металлический инструмент. Так, металлолом. Угу. Схема этого хламотрона. Давай бензобак уберем. Все отлично. Good hunting. See ya. Увидимся, согласен, так что на то время. Так. Сейчас скинем тогда все, что не нужно в доме. Так, опять же перекину запись. И сейчас мы тогда скинем здесь. Так, что у нас тут? Вот, прямо здесь. Скидываем снайперскую винтовку и штурмовую винтовку. Вот так. Так, взорвали всякий мусор, который мне, по идее, не нужен. Сейчас всю дрянь надо ее отсюда убрать. Потом можно будет продать все это. Ну, еда-то еще ладно, а вот все остальное нафиг не надо, серьезно. Так, что тут у нас? Спать. Все, да? Так, чтобы не терялось. А, нет, у нас нет, а пока мусор весь сложен вот сюда. Не, в холодильник. Давай. Так. Уже. Есть говно, которое мне не нужно. Так, разные. Давай, белая тарелка, бензобак, тарелка из-под газировки, вилка, бантус, банка, запальник, ремень, ночбок, сапога, там. Так, металлолом мы сейчас пойдем отдадим дедуле. Уж порадуется в конце-то концов. Клиник под нами есть. Волос у меня прям мало. Стопэ? Так, забираем металлолом. Отлично. Есть крышка. Так, что у меня по крышкам? F2. 500. Ну ладно, пойдемте по основному заданию немножечко пройдемся. Мне кажется, осталось там место на 16 минут. Вот мы сейчас. Так, это нам так, туда. Здесь даже вот в одной мегатоне уже столько можно всего сделать, столько можно на всяком этом плутать и лазать. Не знаю, зачем это сделал, но. Но это прикольно. Салон Мариарти. Come on, you piece of junk. Every day it's the same damn thing. I told you, Gob, it ain't the radio. The Enclave station comes in fine. It's Galaxy News. Their signal's been shit lately. Work. Come on, what? Hey, Smoothskin. You need something? A drink, maybe? Anything? Anything at all? Так, дай мне поразмыслить немного, добрый человек. Wait, you're not gonna hit me, yell at me, not even berate me a little bit? Ты ж, нет, не собираюсь. Well now, that's a surprise. I'm used to every asshole smooth skin in this town giving me shit just cause I look like a corpse. I'm glad to see that there are a few worthwhile people around here. Listen. Moriarty'd have my head if he caught me selling at a discount. But for you, I'll risk it. Так, я еще моего отца, ему на вид под 50 не попадался такой. Oh yeah, I do remember a guy like that.
Honestly, I usually keep my head down. I tend to get smacked around if I look customers in the eyes. But talk to Мориарти, he'll know more. Харри, ну пожалуйста, если тебе что-то известно о моем отце, расскажи мне. I was like you once. I wandered into town looking for an escape from this stupid joke of a body I'm trapped in. Now look at me. Very well. Мориарти keeps a computer terminal in the back. On it, he keeps all goings-on in Megaton. If you can get onto that terminal, I'll bet he has information on your dad. Now get away from me, smooth skin. If Мориарти even suspects I told you this, I'm a dead ghoul. Он говорит, не узнает, он сказал, если он хотя бы заподозрит, заподозрит о том, что... Здорово! Colin Мориарти, at your service. Welcome to Moriarty's. My saloon, my home, my slice of heaven in this backwoods little burg. If you've got the caps, I've got your pleasure. Please sit down, make yourself comfortable. Your troubles are a thing of the past. Я ищу отца, но ведь 50 не попадал. А, что это за радиостанция новости Галактики? Galaxy News Radio is some loudmouth radio station located in the ruins of DC. Three Dog, the king of that loony bin, keeps yapping about fighting some good fight or something. A bunch of crap. But I suppose if you wanted to know what was going on in the wasteland, that's the place to go. Me, I could care less. Чем ты здесь занимаешься? I keep these yokels knee-deep in booze and poon. They keep me knee-deep in caps. It's a fair trade, if you ask me. Ну да, я ищу моего отца, ему на 50 не попадался такой. My God, it's you. The little baby boy all grown up. Persistent little bastard, ain't ya? Then and now, it would seem. It's been a long time, kid. Oh, your daddy passed through here all right. Here and gone. Got what he came for and then left. I'm assuming you'll do the same, correct? А чего? Мы с папой оба родились в убежище 101. Is that what your father told you? That you were born in that hole? That he was born there as well? Oh, the lies we tell to those we love. Your father brought you to the vault right after you were born. To keep you safe, you see. I remember it well, you stayed in my saloon after all. That's right. Your father, his Brotherhood of Steel friend, and you, the suckling babe with nary a tit to suckle. Sorry about your mom, truly. Ah, but life goes on. Daddy lied. Life's full of little disappointments. And now you're all grown up and wondering where he's gone to. Так. Папа говорил, что мы родились в убежище 101. Ah, I see. You know, I heard about the brainwashing that goes on down there. Right, from right. Some other fellow. Escape. Oh, 5 years back. All hail the Overseer. We're born in the vault, we die in the vault, and all that other assorted lunacy. Kid, you've got better programming than our own Deputy Weld. You best wise up quick. Wouldn't want anyone taking advantage of you, hmm? Так, красноречие, шучу. Так. Слушай, я просто хочу найти папу. Ты знаешь, где он? You seem like a nice kid. So I'm going to be straight with you. Your dad was here, and now he's not. And yes, I know where he went. But what you're asking me for is information, and information is a commodity. Let's say 100 cops, and Daddy's location is yours. Very reasonable. Нет, спасибо, я и без тебя справлюсь. Will you? Well, good luck with that. So far as I know, I'm the only one your dad told where he was going. So, when you change your mind, come see me. I'm usually at the saloon. 100 caps. Daddy wouldn't think twice if it were you out there. Так, ну-ка, давай-ка на тебя пару часиков. 3 часика, подождем. Смотри отсюда нахер. Don't look at me like that. Да ладно, ты такая ничего себе. Ну, правда, только попу странно скрещишь, а так вообще даже ничего себе. Так, ребят, давайте. If you need something from me, spill it. Не, я здесь так постою, в стенку попялись, окей? Какая стена красивая. А потолок? Ну,
Наука 50. Мне везде нужна наука. Значит, там тоже я не взломаю. If you need something from me, spill it. Нихера себе. Женщина, стойте! Я спасу вас, женщина! Yeah. А, во, отлично, я знаю, что может быть пройти, круто, чтобы опыт поднять. Она там в этом, что-то вылетела отсюда. Я ищу моего отца на 50 мне голос такой. Yeah, I remember that man. I saw him talking to Moriarty. It's hard to forget handsome men like that. Слушай, красотка, очень хотелось бы познакомиться с тобой поближе, но мне нужно найти отца. I'd love to spend time with you too. Look, I can help you. Get into the back office of this place. Moriarty keeps a terminal there. Everything you want is inside the terminal. Here's the password to it. Too bad you're so young, kid. I could teach you some stuff you'd never forget. Давай научимся, чё нет. А в чём дело с тем гулем? Who, Gob? Well, if you can get past how he looks, he's a sweetheart. Colin's awfully hard on him, though. А откуда он взялся? He don't talk about it much, but apparently there's a whole city of ghouls somewhere down in D.C. He's mentioned his mother a couple of times, but other than that, he won't really say. He's been here for, oh, I guess about 15 years now, ever since Moriarty bought him off those slavers. Так. Почему Мориарти так жестоко с ним обращается? Well, the miserable bastard is hard on all of us. But Gob gets it the worst. I guess just because he's different, you know? Ну да, ты когда-нибудь, ну, работала с ним? With Gob? Well, he's sweet, and I know that he'd like to. It's just, well... I don't want to sound shallow or anything. I mean, I'm a whore. My standards aren't exactly high. There are places even I won't go. Johnnies that are squishier than me are one of them. Поговорим о чем-нибудь другом. Sure thing, baby. What did you have on your mind? Так, а, мне пора идти. Take care of yourself, hun. Вот за пароль-то тебе спасибо. Вот это я не знал, что так можно, что так можно было. Это прям красота. У нас здесь есть оружейный склад. Да ёлы-палы, ну что ж я такой криворукий-то, кривоногий точнее даже. Это же беспредел. Supply. Магазинчик, то бишь. У него нормально так, в принципе. Так, привет. What can I do for you, Daddy-o? Иди в жопу. Так, еще раз F5. Ну да, карма у нее уже так, пароль ввели. Не трогать собственность Мориарти. Лозунг дня. Поздно пить чистую воду, когда почки отпали. Местные. Джерика. Джерика плохой мальчик. Я знаю все о нем. И Джей не стал. Он пытался впихнуть ей ствол, а она орала «Нет!» Ему повезло, что его ствол не выстрелил, и весь клан Сталов встал бы на рога. Он думает, что тут царь горы гуляет по мегатоне, щеки дует. Если он попробует вести себя так со мной, я всем расскажу о случае с Дженни. Лео Стал. Никогда не доверяй тому, кто подсел на химию. Это то, что я выучил, пытаясь иметь дело с этим уродцем. Он витает выше птиц в облаках и пытается задружиться с новой. Она слегка шлепнула его, когда он не расплатился. Хорошая девочка. Я чуть было не вышвырнул его, но он пошатываясь утащился сам. Этот парень может стать соломинкой, которая сломает хребет Энди. Энди стал... Этот парень отдельная головная боль. Решится открыть гребаный бар в моем городе. Что за осел? Клянусь, это не просто так. Надо бы подумать, как подрезать ему крылышки. По крайней мере, у меня всегда есть свое секретное оружие. Новое лучшее развлечение в городе. Энди стал. Ой, это уже было. Билли Крилл.
По уже залитый ядерколый ублюдок повсюду таскает свою маленькую дочку Мэгги, будто гордый папаша. Да, точно, нашел ее, когда она бродила по пустошам. Как же, поцелуй меня в жопу. Бьюсь об заклад, старик Билли сам накормил родителей Мэгги свинцовой кашей, а потом добавил девчонку к своей коллекции трофеев в грибной яме, которую называет домом. Не стоит за ним приглядывать. Так, вспомнил, значит, Билли Кейл. Док Чёрч. Чёрч думает, что он да нельзя крут. Да нельзя крут. Все бегают к нему, стоит им занозить пальчик, и он заглатывает их крышки, как алкоголик виски. Если бы люди только знали, что он был врачом у работорговцев в Paradise Falls, они бы мгновенно выкинули нашего крутого парня из города. Но, думаю, приберегу-ка я этот камушек в кармане. Вдруг пригодится. Так, пришли. Мистер Бёрк. Уберись, пожалуйста. Парень тот еще извращенец. Как-то протираю стойку. Этот мерзавец появляется будто из ниоткуда. Я даже не слышал, как дверь открылась. Он рассказывает мне, что ждет, когда сюда заявится какой-нибудь типа оппортунист. И ладно, пока он платит за выпивку, может оставаться тут, пока эта чертова бомба не взорвется. Меня это мало трогает. То есть он уже свалил, поскольку бомба безвредила. Это если ты будешь ее взрывать, персонаж. Джеймс, убежище 101. Итак, из ниоткуда Джеймс вернулся в мегатонну. Поскольку он бывал здесь раньше, то спросил меня, где к чертям собачьим он может узнать, каков расклад и что сейчас происходит на свете. Я рассказал ему о радиостанции «Новости Галактики» в руинах округа Колумбия и о том парне по прозвищу «Три Док Найт». И он опять ушел, как в тот раз. Я помню, как он появился тут впервые, это было почти 20 лет назад. Я никогда не думал, что найдется кто-то, кому захочется, и тем более удастся попасть в убежище. Но у него, видимо, были свои причины. Он был ребенком, младенцем, который орал, не переставая. В обычных обстоятельствах его просто вышвырнул их из заведения, но он умел находить нужные слова. И вот он ныряет в убежище и пропадает почти на 20 лет. Думаю, это неплохой парень, правда, он не расположен тратить крышки. Картотека. А, кто кому, кто чего должен? Джерика, 32 крышки, никчемный ублюдок, не способен даже вернуть долг. Дорк Чёрч, 14 крышек. Нейтан, 8 крышек. Стальгольм, 8 крышек. Шмар, я потерял карму. Ужас. Слышь, чувак. What's it to be? A few caps to find out where your father went? Or are you going to have a go of it on your own? Well, the wasteland can be such an unforgiving place. Так, и что нам делать? Ладно, сейчас туда. Камера, в общем, под завязку забилась, немножко голос такой будет. Так, ладно, иди в жопу, короче говоря. А, little bit of caps for so much information. Think about it. Да все уж. Уж узнал, что, что нужно было. Так, здесь у нас сидел этот чувак, он ушел. Traveler, eh? Да. I don't recognize you. New in town or something? Ну да, типа того. А, конечно, я ищу чем бы тут заняться. I hope by something to do you mean a job. Otherwise you want to talk with Nova. I'm looking for someone to make a delivery. Вот. Interested? Разумеется, почему бы и нет? Great. I'd like you to deliver this message to my family in the Aravu settlement. I haven't heard from them in months, and I'm worried. As soon as you get there, talk to Davis West. He'll be glad to pay you for the trip. Так, можешь мне что-нибудь рассказать об Арефу? Sure. Be glad to, since you're doing me a big favor and all. А где находится Арефу? Arafu is northwest of Megaton, on an old overpass over the Potomac. If you follow what's left of the river, you can't miss it. А ты думаешь, твоя семья в опасности? No, not really. Maybe my letters just aren't arriving. Whatever you can do to get it there would sure be appreciated. Кто еще живет в Арафу? Well, let's see. There's Evan King. He's like the sheriff of the town or whatever. Then there's my family, the Ewer family, and a lady who lives alone named Karen Shenzi. Там есть какие-то опасности, о которых надо знать заранее? What? Apart from the wasteland critters, labor raiding parties, raider hit squads, and occasional landmine? No, it's completely safe. If this was easy,
I'd go myself, you know. Так, поговорим, я тебя еще кое-что спрошу, ладно? Так, мне пора идти. Hey, thanks again for doing this for me. It means a lot. Got a problem? Да, в общем-то, нет, все в порядке, чудо. Переживай. Give your bodies to Adam, my friend. Release yourself to his power. You need something? Feel his glow and be You want something? Отстаньте от меня. Так, что у меня по крышкам? По крышкам у меня 500 крышек. Пойдем как море и купим патрончиков для пистолета. И в следующей серии пойдем тогда уже. Просто у меня камера слетела, я 3 серии подряд сижу, пишу. Вот, небольшие. Так, Мэри, сюда. Hey, don't mind the smell. I was just testing a few chemicals. But it's perfectly safe to breathe. Really. Так, есть что-нибудь интересное? Ой. Инфо. Посмотрим, что у тебя есть на продажу. Так, 10-миллиметровый. Во. Все забираю. Ну, остальное мне, в принципе, пока не нужно. Good hunting. Спасибо. I couldn't tell you, really. Ой. I talked to Manya, if you care that much. She's lived in Megaton longer than anyone. Зи, Come back soon. Don't. Ну вот уже хотя бы немножко есть патрошков. Так, F5. И давайте мы на этом на сегодня закончим. Да, ссылка на плейлист будет в описании. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу, подписывайтесь на канал по обзорам фильмов и на канал с разоставкой музыкальной темы. И всем всего доброго. Играйте в хорошие игры. Ну, извините, шоу под конец камеры. Все. Точнее, место просто кончилось. Все. Всем всего доброго. Играйте в хорошие игры. Всем пока.